что ж, вот такой он столик. Заказывал на Алиэкспресс. Довольно прочный. Сейчас мы его посмотрим. Как он здесь, чего он здесь. Тут заклепано. Довольно, я скажу, очень легенький. Здесь вот у нас тоже типа трубок, что-то такое. В общем, алюминиевые провожки. Так. Довольно прочно. На небольшую компанию. Человека 3-2. Ну и одному неплохо. Вполне нормально. Сейчас мы посмотрим, как он у нас тут устроен. Вот так вот он разбирается. Так. Это все потом скручивается. Вот здесь у нас трубочка с дыркой. Эта дырка вот ходит сюда. Это, как я понимаю, чтобы он не ходил. Ну, также и с этой стороны он, естественно, собирается. Хотел сказать, разбирается. Ух ты как! Опа! Вот. Вот такой столичек. Вот он весь каркас. Это у нас все довольно легко снимается. Но он еще, конечно, новенький. Со временем будет полегче все это. Да и так неплохо, в принципе-то. Вот. Раз, два и в дамках. Вот и все. Оп. Вот и весь столик. Вот, я его убрал в чехольчик. В общем, сравнить. Вот пауэрбанк у меня. Вот такой длины он где-то. Великоватенький, но не скажу, что уж он сильно большой-то. Все. Вот такая штучка, значит.